Также председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмумали, ознакомился с ходом строительных работ Национального театра Таджикистана. Здание Национального театра Таджикистана состоит из двух подземных этажей и пяти надземных этажей. По проекту он состоит из трех больших залов и множества других помещений. Его главный зал имеет 2500 посадочных мест и два других зала, один на 1200, другой на 1000 мест, а также оркестровую яму, две боковые сцены, арьер-сцену, залы для репетиций и другие необходимые помещения мирового уровня. Проект Национального театра Таджикистана подготовлен путем изучения дизайна лучших театров разных стран мира и соответствует всем современным стандартам. Уважаемый Рустами Эмумали дал указания и поручения специалистам выполнить работу на высоком качественном уровне, а также отметил, что Национальный театр Таджикистана станет одним из крупнейших и красивейших сооружений страны.